Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях експерт в сфері медицини Дмитро Підтуркін. Вітаю вас. Добрий день. Тож, усі українці розуміють, що зараз дуже скоро буде наша медицина жити за новими правилами. Є таке поняття, будуть опорні лікарні, неопорні лікарні. Тобто, що буде реально відбуватися у нас в Україні з медициною, з лікарнями через декілька місяців? Поясніть, будь ласка. Ну, смотрите, перше. По новим правилам часть медицини вже живе з 2018 року. Почему? Потому что это то, что мы сейчас говорим, это реформа финансирования здравоохранения в стране. Когда финансирование здравоохранения переходит от финансирования бюджетного учреждения на поддержание бюджетного учреждения на так называемую контрактизацию медицинской услуги. То есть учреждения бюджетные медицинские становятся предприятиями, и единый государственный закупщик, Национальная служба здоровья Украины, закупает у них услуги, которые они должны оказывать населению. Ну, вот это в целом, что мы говорили. Но для населения это не зрозуміло. Первый этап реформы – это была первичка. Это семейные врачи, педиатры, терапевты, которые переходили в 2018-2019 год. Сейчас, это, если все помнят, подписная кампания «Выбери себе врача». На самом деле не выбирали врача, а выбирали медицинское учреждение, потому что подписантом был представитель медицинского учреждения и пациент. Так называемая декларация на выбор врача. И тогда же деньги пошли не за принципом регистрации, то есть прописки, а за принципом приписки к медицинскому учреждению. Вот сколько приписалось пациентов к медицинскому учреждению, столько медицинское учреждение от Национальной службы здоровья денег и получало. То есть базовая ставка 370 гривен в год, средняя с учетом возрастных коэффициентов 570 гривен. Это первый этап реформы. С 1 апреля будет второй этап реформы. Если то переводили первичную помощь, то сейчас будет переводиться специализированная экстренная медицинская помощь на, то есть, на новое финансирование. То есть будут переводиться уже больницы. Если то были центры первичной медико-санитарной помощи или амбулатории, то сейчас уже будут переводиться поликлиники и больницы. То есть намного более ресурсоемкая часть здравоохранения. Почему и вызывает вопросы. Потому что когда первый раз переводили, первая часть реформы, то тариф был до реформы 210 гривен за пациента. После реформы тариф стал где-то средним 570 гривен за пациента. Более чем в 2,6 раза повысили финансирование первички. Естественно, это позволило поднять зарплаты врачам на первичке. Зарплата в некоторых случаях доходит до 15-18 тысяч гривен. Это позволило более-менее поднять оснащенность медицинских учреждений. Это позволило сделать так, чтобы пациент почувствовал какой-то эффект от того, что он уже выбрал врача, и врач за эти деньги уже готов к нему внимательно относиться. Но вот сейчас будет реформа специализированной помощи. На всю вторичку по стране, а это там сколько у нас, ну, 1350 медицинских учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь, то есть больницы наши, у нас будет 44 миллиарда. Вот на всех семейных врачей у нас будет, то есть, ну, это сколько, у нас будет 19 миллиардов. А на всю специализированную помощь 44 миллиарда. То есть это крайне мало, и понятно, что зарплаты уже не поднимутся. Наоборот. Если вы сейчас увидите, вы посмотрите в интернете, постоянно публикуются сканы писем счастья, которые начинают получать медики. О том, что будет сокращение, о том, что у вас с 1 апреля может быть снижена зарплата, вы к этому готовитесь. Ну, у нас положено за 2 месяца уведомлять. Вот уже начали уведомлять о возможности сокращения. Ну, это в рамках законодательства. Ну, конечно же. Они же стали предприятиями. Если раньше это было бюджетное учреждение, то теперь это предприятие. Уровень зарплаты врача, если раньше он соответствовал бюджетной ставке, то есть у нас были разряд, бюджетные разряды, ставки, и невозможно было заплатить меньше, чем по ставке. Это, конечно, были мизерные деньги, когда врач высшей категории получает 4000 гривен по бюджетной ставке. Но сейчас, когда больница становится предприятием, уровень зарплаты определяется по соглашению сторон. Трудовой коллектив и администрация. При этом понятно, что у нас трудовые коллективы бесправны, поэтому уровень заработной платы
для районной больницы, определяет директор больницы или главврач больницы, которые становятся директорами предприятий. Повноваження фактично цих главврачів, вони зростуть. Конечно. Так, суттєво. Смотрите, районная больница – монополист. В районе одна больница. Он единственный работодатель для врачей в районе. Угу. Монопольный работодатель. Куда денется врач в отдаленном районе, где он найдет работу? Вот Черниговская область, посмотрите, отдаленный район, Талаевский район, Требнянский район. Маленькие районы, единственная больница. Естественно, что там, как что скажет врач, главврач или уже директор предприятия, такая зарплата и будет. Или же увольнение. Эти все районы, кстати, скорее всего, будут закрыты больницы. Почему это происходит? Потому что в настоящее время сложилась такая очень сложная система финансирования здравоохранения, где государство в 49-й статье Конституции рассказывало, что оно все всем обеспечивает, но на самом деле обеспечило менее трети финансирования здравоохранения. То есть у нас был центральный бюджет, который медицинской субвенцией передавался на места. Этого хватало где-то от 50 до 70% финансирования медицинского учреждения. Не лечения в медицинском учреждении, а просто его финансирование на существование. Ну, тобто ремонт якісь поточні, коммунальные послуги. Зарплата, коммунальные платежи, ну и немножко на лечение. То есть в субвенции медицинской всегда на лечение и на содержание пациентов уходило ну, там, не более 8%. От всего объема. Но этого не хватало. Поэтому от 50, там, от 30 до 50% еще доплачивали местные бюджеты. Ну, потому что медсубвенция – это все же пополнение местного бюджета. А получается, что местный бюджет должен был финансировать бюджетные учреждения на своей территории. Ну, и это тоже только на содержание больниц. А лечились люди, как у нас, как правило, за свои деньги. Если вы возьмете, откройте сайт Минстата, есть там такое национальные счета. Так вот, в этом году, в прошлом году мы на здравоохранение государство дало 113 миллиардов, а люди заплатили официально 135 миллиардов. В этом году где-то государство около 120 миллиардов на здравоохранение, а люди заплатят, ну еще нет данных, но приблизительно за 162 миллиарда гривен. Люди все-таки будут больше доплачивать за лекарства. Естественно, они все время платили. И вот ситуация. Вот в этой ситуации, то есть получается учреждение здравоохранения, дело как люди лечились за те деньги, которые они платили неофициально, или же в благотворительными взносами, или же сами покупали лекарства. Учреждение здравоохранения жило за счет субвенции и за счет местного бюджета, который доплачивался. Сейчас это сказали, стоп, вы уже не бюджетное учреждение, вы предприятие. И вы оказываете деньги, указываете услуги для всего населения в регионе за счет договора с Национальной службой здоровья. Но денег по этому договору дали немножко больше, чем было в субвенции, которая покрывала только до 70% функционирования медицинского учреждения. И теперь на эти деньги, на которые раньше только обеспечивали часть функционирования, надо будет и лечить еще. Понимаете? При этом... Тобто, а яким чином тоді люди будуть сплачувати? Я так розумію, раніше сплачували на якісь благодійні фонди, які були при лікарні. Вообще непонятно. Ви поймите, що коли бюджетне учреждение, при ньому може бути благотворительний фонд. Коли предприятие з расчетним счетом, яке оказує услуги, при ньому уже благотворительний фонд буде як-то глупо смотреться, правда? Ну, то есть, как люди будуть сплачувати? Для податкової теж. Да, конечно же. То есть, на счет нельзя. Почему на счет официально нельзя? Потому что у нас есть минимум постановления Кабинета министров 1138, которое четко указывает перечень платных услуг, которые может оказывать в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. И это постановление когда-то было очень большое, но решением Конституционного суда его сократили вот именно до такого-то перечня. А за рік скільки вот таких платежів на благодійні фонди люди платили? Ну вот я же говорю, то есть в принципе получается вот за 2019 год это около 162 миллиардов гривен. А, тобто на ці всі гроші просто держава їх захотіла оподаткувати. Так не получится. Еще раз. Теж не вийде. Предприятие не может оказывать услуги, кроме перечня, утвержденного Кабмином. Угу. А это не услуги, связанные с оказанием непосредственной медицинской помощи. Там в перечне профосмотры, дополнительные отельные услуги там миллион, и так далее. Миллион профосмотров, например. Нельзя. Вы же, а как вы доплатите?
Это все контролируемо на счет. Миллион профосмотров. Кто будет заказывать профосмотр? Предприятие города будет заказывать, но оно заплатит ровно столько, сколько за профосмотр, правда же? А человек откуда принесет деньги? Но у нас же есть замечательная еще статья. У нас есть, по-моему, 183-я, насколько я помню, статья Уголовного кодекса, которая предусматривает полгода лишения свободы за оказание платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения. Поэтому вот я не понимаю, как люди смогут принести деньги. Есть 49-я статья Конституции, есть постановление Кабинета министров, есть статья Уголовного кодекса. Понимаете? Я этого не понимаю. Я не понимаю, как местные бюджеты смогут доплатить в этой ситуации. Почему? Потому что, когда он доплачивал своему бюджетному учреждению на своей территории, это было понятно, да? Бюджет доплачивает бюджетному учреждению, чтобы оно функционировало. По закону о местном самоуправлении местная власть обязана обеспечить функционирование медицинского учреждения на своей территории. Зрозуміло. І ну, от, теперь, понимаете, то, а теперь получается... А до чего это произойдет через месяц-два? Ну, тобто, фактично, 30%, 40% лікарень просто закриються, і 30-40% медичних робітників залишаться без роботи. Всі експерти однозначно говорять, що остануться тільки от ці опорні больниці. Тобто, собственно говоря, от ці 212 опорних больниць із більше 1800, які остануться. А все остальные будут действительно не Кто-то быстро. Зараз не быстро. 1800 лекарей? Ну, вообще учреждений, которые оказывают стационарную медицинскую помощь в здравоохранении, в системе здравоохранения. Угу. И сколько таких закладов? Ну, вот останется 212, плюс еще, наверное, какие-то городские больницы останутся в крупных городах. Ну, будет 300 максимум. Все остальное действительно пока непонятно, как будет финансироваться в новых условиях. А це скільки відсотків? Я так это очень много получается. Это больше 10% сети улетит сразу практически. Ну как сразу? В течение этого года. Вы поймите, что не сразу переводятся. Да? Переводятся каким образом? В апреле будут финансировать по 100% по 2018 году платежи. И постепенно будут переводить. Доля за финансирование за услугу будет постепенно нарастать. И только к июлю они сделают 60 на 40. 60% глобального бюджета и 40% за услуги. То есть все проблемы, ну реально проблемы начнутся к маю, к июню. И вот это массовые сокращения, они пойдут вот именно туда, ближе это к лету. Май-июнь. Да? А еще же дополнительно, вы же другое поймите. У нас еще дополнительно есть интереснейшая ситуация. У нас выборы в октябре. А с чего тут медреформа и выборы? А очень просто. Вот скажите, для того, чтобы сокращать врачей, вам необходимо решение собственника, реорганизация. Собственник – это местный совет, районная больница. А захочет ли местный совет сокращать перед выборами врачей? Вопрос. Я думаю, что не есть, чтобы начать выиграть наступные выборы. Вот. Получается, что вся эта ситуация будет развиваться по такому сценарию. Местный совет не будет давать сокращать медицинских работников. Денег не будет хватать. Люди будут возмущаться. Плюс ко всему прочему, людям пообещали, пациентам пообещали, что с 1 апреля у них будут бесплатные лекарства, и они уже ничего не доплачивают за лечение. Правда же? Вы слышали об этом. А 2 апреля врач скажет, извини, я за 6 тысяч гривен работать не хочу. В карман, пожалуйста, мне положи. Пациент что скажет? Пациент скажет, гад. А врач скажет, извини, 6 тысяч гривен. Государство не заплатило. А потом его сокращать начнут. Они пойдут к мэру. Да? То есть возмущенные люди пойдут к мэру. И мэр что им скажет? Ну, там же отбывается. А, правильно. И что им мэр скажет? Извините, надо сократить? Нет, у мэра выборы. Мэр скажет, эти сволочи в Киеве забрали у нас финансирование больниц, потому что оно раньше было на местном бюджете, и эти деньги теперь отдали НСЗУ, и теперь Киев не финансирует нашу больницу. Ребята, ну-ка пошли в Киев. Ну, я не вижу другого сценария. Вы видите другой сценарий?
Ну, тобто будемо бачити в Києві дуже багато людей з регіонів, які будуть дуже обурені все ж таки таким ставленням. Мені так здається. Ну, вже 26 февраля вже будуть представники Києво-Святошинського району, ближайше окруження, так сказати, столиці. Я вже знаю, що намічається кілька районів Вінниці приходити сюди населення з требуванням. Оставьте нам нашу больницу и так далее и тому подобное. Если кто-то считает в центральной власти, что они перекинут ответственность на местную власть, то мне кажется, что местная власть, она ближе к людям. И у них есть много больше возможностей объяснить очно людям, кто виноват в ситуации с необходимостью закрытия больниц или невыплаты зарплаты медикам. А місцеві громади можуть якимось чином почати фінансувати ці підприємства, які будуть називатися лікарні? Да. Но есть один маленькая проблема. Если бы... Де взяти гроші, наприклад? Ні, ну, даже если есть деньги. Ну, как-то они всегда дофинансировали то, что я рассказываю, да, то есть 30-40%. Угу. Вот по Прилуку могу сказать, что, например, Прилукская городская больница требует 2,5 миллиона ежемесячно дополнительного финансирования. Угу. Но не в этом же дело. Дело в том, что та программа медицинских гарантий, которую приняло, собственно, правительство для финансирования, она нарушила собственный же закон про гарантии медичного обслуживания населения и сделала его в таком виде, в котором невозможно дофинансировать. Ведь изначально, вот теперь объясню, изначально что было? Когда принимали этот закон, говорили о чем? Что мы делаем реальные, мы четко оконтуриваем обязательства государства. У нас есть 49-я статья Конституции, которая говорит, мы всем обеспечиваем, а давайте примем закон о фингарантиях. В рамках этого закона будет программа медицинских гарантий, где будет четко написано, государство может обеспечить от и до. Так говорили, когда продвигали данный закон. То есть идеология была такая. И в законе написано, что программа медицинских гарантий состоит из перечня медицинских услуг, которые оплачивает государство, и объема медицинских услуг, которые оплачивает государство. А в бюджетном кодексе, 89-я статья, часть 3, сказано, что местный совет может реализовать программу местных медицинских гарантий понад обсяг державной программы медичных гарантий. То есть вот это оплатило государство из центрального бюджета, а вот это оплачивает местный совет, да? А вот это оплачивает сам пациент. Такая была идеология вот той реформы, которую реализовывали. Но сейчас сделали очень просто. Власть побоялась взять на себя политическую ответственность и сказать людям, что денег есть только на вот такой перечень и такой объем. Угу. И что они сделали? Они сделали на весь объем медицинских услуг. Ну, тут они сделали тарифы, каким образом? Они сделали тариф, не исходя из экономики, из затраты на оказание той или иной медицинской услуги, а тариф посчитали, на имеющееся финансирование поделили на прогнозное количество случаев. И поэтому получилось, что у нас... Дуже низкая цена за конкретный выпадок. Да, ну, например, у нас консультация врача, специалиста, 49 гривен. Это в, ну, где-то 20-25 минут врач консультирует, 49 гривен. В любой частной клинике консультация врача-специалиста 150, 200, 300, 500 гривен. Вот здесь будет государство 49 гривен. Если вы даже просто посчитаете бюджетное время человека, у нас 40 часов в неделю. И 49 гривен, потребуем, может, там зарплатню платить. Там же медсестра еще будет какая-то. И, конечно же, пойдет что-то на зарплату управляющего персонала, да, но не медицинского персонала. Коммунальные отдельно. Коммунальные там отдельно, это по медицинской субвенции отдельно идут. Но не в этом дело. Зарплата другого персонала, налоги, да, все же здесь. Да. То есть реально для того, чтобы заработать 6 тысяч гривен, своих официальных, врачу придется консультировать от, от обеда и полностью. От я так розумію, що після того, як от зараз вступлять в законну силу ці зміни, десь до виборів в нас скоротиться в відсотків 10 лікарень. Пусть сразу начнуть. А після виборів ще процентів 20-25. Да? Є то так. Ну, то фактично це 30% лікарень, які у нас в Україні зараз працюють, вони перестануть існувати. Проблема в тому, що вже є опит. У нас є пілотний проєкт в Полтаві, фінансування по такому механізму.
который реализовывался с 1 апреля прошлого года до конца. Пилот показал, что выживут областные, городские и некоторые районные больницы. Все малонагруженные, мелкие больницы, они не выживают в этих условиях. А до чого це призведе в плані населення? Ми ж розуміємо, що наша українська медицина не такими семимільними шагами йде у світле майбутнє. Все ж таки вони необхідні, ці лікарні, для того, щоб надавати допомогу людям. Якщо їх не буде, фактично людям буде значно важче отримувати ці медичні послуги, і це призведе просто до зменшення середнього віку населення в Україні. І я правильно логіку будую? Ми так третя країна в світі з кінця по смертності. У нас і так громадна смертність, у нас і так ми дуже різко вступаємо по середній продовжительності життя навіть Росії. У нас і так громаднішні проблеми зі здравоохраненням. Проблема в тому, що здравоохранение, вот если такая концепция будет реализовываться, останется только в крупных городах. Тут же ж не вопрос вообще общей системы. Да? Тут вопрос в том, как выживет село, как выживет здравоохранение в отдаленных районах. И мы увидим, что целые районы окажутся без доступа к медицинской услуге. Ну, доступ у нас к медицинской услуге бывает двух – физический и экономический. То есть экономический доступ, когда можно заплатить, когда пациент может заплатить или за него могут заплатить за оказание услуги, физически где-то эту услугу надо получить. Ну, если у вас сети не будет, вы просто физически не сможете получить услугу. У вас физически не сможете получить услугу, у вас не будет работать экстренная помощь, у вас не будет, у вас будет только первичка. То есть семейный врач. Вы как эксперт, как можете охарактеризовать всю медицинскую реформу? Ну, понимаете, эта медицинская реформа делается без ресурсов и без цели понятной. Почему? Нічому. Це, наприклад, для мене, вони ж розуміють, що скільки людей залишиться без медицинської допомоги. Тобто вони фактично свідомо йдуть на це, для того, щоб ці люди не отримали цю допомогу. Ситуація в тому, що необхідно просто сократити соціальні обов'язки государства. Для того, щоб государство функционировало в той парадигме, которая в настоящее время типа навязывается властью. Ну, или вот. И вот все, никого не интересует, как будет обслуживаться население. Население дадут семейного врача, и будешь ты вот получать консультации и закроют тебе основные случаи. Тяжелые болезни, ну что поделаешь, значит, заболел, все. Доктор, это твои проблемы. Сказал морг, значит морг. Это твои проблемы. Ну, как сейчас, если тяжелое заболевание, люди продают квартиры, люди отдают последние деньги, у людей нет возможности оплачивать лечение. И два варианта, да, или банкротство домохозяйства, или же ты просто не лечишься. Ведь главная проблема в том, что люди не получают лечение. И на самом деле это проблема для страны. Это проблема, что у нас отсутствует рабочая сила. Это проблема, что у нас миграция трудовая. Люди уезжают из этой страны. Один из главных элементов, когда люди привлекают в страну, это хорошее здравоохранение. Особенно в современном мире. Ведь современный мир – это инновационный мир. Да? Это мир креативных профессий. Рост ВВП только за счет сейчас инноваций и креатива. Скажите, пожалуйста, человек креативной профессии останется жить в стране, в которой нет здравоохранения? Ему надо безопасность. Он сам себе несет, да, он сам свой источник заработка, у него голова зарабатывает. Ему нужна безопасность, ему нужно хорошее здравоохранение, хорошая экология. Угу. И тогда он живет в этой стране. Если нет, человек просто собирается, уезжает жить на Кипр, уезжает жить в Испанию. Ему все равно, он человек мира, он работает на Google, например. Вы понимаете, что мы... Весь наш креативный класс, вот этим отсутствием здравоохранения, они просто разбегутся. Самое ужасное, даже не это, у нас разбегутся врачи. Потому что сейчас, вот в год, где-то около 7-8 тысяч врачей покидают нашу страну. Уезжают на заработки. Вообще здравоохранение... А их кто-то заменяет? Нет, у нас уже сейчас 30-35% врачей – это пенсионный возраст.
То есть это люди из там вот 180 тысяч врачей, которые работают в нашей системе, где-то 35% это пенсионеры. То есть у нас получается около 6-7 тысяч уходят из системы по возрасту, и около 7 тысяч эмигрируют. То есть вот почти 10% каждый год ну, мы теряем. Молоді кадри, які вже після вишкових закладів, вони фактично якимось чином вже заміняють цих людей чи ні? Нет. Проблема в том, что то, что готовят наши институты медицинские, они уже практически все законтрактованы нашими западными соседями. Полные выпуски мединститута. Тобто це як? Ну как, с третьего курса хедхантеры начинают обрабатывать людей. И уже к пятому курсу до 100% выпусков полностью уже законтрактованы на Запад. Для того, чтобы... Вы же поймите, что какая ситуация в Европе. Вот у нас есть Европа, да, наш сосед. В Европе средний возраст уже... Продолжительность жизни средняя за 80 уходит. Угу. Что такое за 80 уходит? Это значит, больше людей болеет. Да? Больше стариков, старики больше болеют, нужно больше врачей. Франция, Великобритания. Гигантский недостаток врачей. Откуда они берут врачей? С Восточной Европы. Откуда берет врачей Восточная Европа? Мы, Россия, все. Для того, чтобы сейчас устроиться в Польше врачом, не надо ни знать языка, не надо подтверждать диплом. Просто обычный врач, украинский так, врач, я чув, приходит, показывает диплом, получает курсы языковые, сразу же работает, языковые курсы, и рабочую визу, и право жить, и жительство. Понимаете? Все, они упростили максимально. 1500-2000 зарплат. 6-7 тысяч зарплат у нас. Ну, скажите. 6-7 – це не умовних одиниць. Да, а там 1500, естественно, долларов. Вот вам вот ситуация. Можно ли удержать наши кадры? Нельзя. Ну, про такие ситуации, звісно, неможливо. А еще вторая ситуация есть. Даже сейчас уже из маленьких больниц... Город начинает высасывать кадры. Вот, например, если вы спросите по состоянию даже медсестринских кадров в больницах Козелецкий район, Бобровицкий район, Черниговская область, они все уже едут в Киев работать. Они не приезжают в Киев жить. Ну, 60-70 километров на маршрутке. Я так разумею, с Киева едут за кордон, а с сил едут на Киев. Естественно. Вот, то есть мы вообще вычищаем по медицинским кадрам, вот любой мегаполис нас сейчас вычищать будет вот все окружающее. Потому что там работы не будет, там будет зарплата минимальная, город еще будет в себе собирать случаи пациентов, а оплата будет за пациентов. И, естественно, медперсонал. И у нас реально разваливается вот единая система здравоохранения, сеть оказания специализированной медицинской помощи, она действительно разваливается. Ну, а вот мы бачили, як критикує пані Супрун систему СМАШ, яка побудована була у радянські часи. Я так розумію, що і в Англії теж побудували по принципу СМАШ. Яка там була, от поясніть, яка зараз у Британії система освіти, здравоохоронна система, яка в нас була і що зараз будують? От на самом деле, вот это очень интересный вопрос, который мы сразу подняли. Цель. Да? Вот когда лорд Беверидж формировал систему здравоохранения, описывал систему здравоохранения в Великобритании, современную, в 1942 году он опубликовал свой доклад, начали они делать это в 1944 году. Основная идеология была социального государства. Полный охват услугами здравоохранения всех граждан Великобритании. Идея. То есть главная идея реформы – это универсальный охват. Если вы возьмете документы ВОЗа этого года, там тоже будет. Главная задача любой системы здравоохранения – обеспечить универсальный охват. То есть чтобы каждый пациент, независимо от того, где он проживал, имел доступ ко всем ресурсам системы здравоохранения. Вы сейчас выборы в США. Лидирует среди демократов Берни Сандерс. Универсаль,
с вот такой вот программой Medicare универсальный охват системы здравоохранения. Mm-hmm. Любая реформа должна быть направлена на охват. Так вот, что сделал Беверидж? Он пришел и сказал: ребята, вот есть классная система. Они увидели возможности, социальные возможности советской системы. И главное, мобилизационные возможности во время войны, 1942 год. Mm-hmm. И поняли, что без универсального здравоохранения, социального здравоохранения, невозможно формировать нацию, которая будет противостоять агрессии. Mm-hmm. То есть идея была же в чем? Величие лорда Беверидже как такового, вот как его идеи, он в здравоохранение вставил в базовые социальные гарантии государства. У него базовые социальные гарантии – это пенсионное обеспечение, mm-hmm. страхование от несчастных случаев, соцстрахование и здравоохранение. И фактично він систему СМАшку реалізував у Британії. Ідеологію системи з універсальним доступом СМАшка реалізував у Великобританії. Просто різниця в тому, що система СМАшка в плановій економіці орієнтувалась на бюджетну систему, угу. ну, бюджетні учреждения, а в ринковій економіці вони розділили підприємства государственне і закупку услуги. Ну, как любой рынок формировался. Поэтому у них появилась Национальная служба здоровья, которая mm-hmm. закупала эти все услуги для каждого гражданина страны на каждом уровне помощи. Mm-hmm. Но это очень дорого. И ну, то есть вот для того, чтобы реализовать систему СМАшку, как в Радянском Союзе, это очень дорого, так и в Британии это тоже очень дорого. Это очень дорого. Вот сейчас они, когда Джонсон пришел к власти, он сказал, что нам надо дополнительно сделать нашу систему здравоохранения, чтобы бюджет был больше, чем бюджет НАСА. И он дополнительно сказал, что я 130 миллиардов фунтов буду вкладывать на протяжении нескольких лет в систему здравоохранения. Угу. Вообще система здравоохранения в Великобритании, вот мы взяли модель системы здравоохранения в Великобритании, система здравоохранения Великобритании съедает практически 20% всех бюджетных расходов страны. Угу. Вот громадный бюджет Великобритании, система здравоохранения съедает 18,5-19% всех госрасходов. Ну, теперь мы взяли эту модель, положили на наш никакой бюджет, і у нас там на здравоохранення. Так, а якщо Супрун критикували СМАшку, систему СМАшку, то а чи вона що її просто продовжує да, реалізувати ну, без бюджету чи як? Ну, зрозуміло, да, зараз, ну, реально що... в реформі здравоохранення України бюджетне здравоохранення реформували в бюджетне здравоохранення. Угу. Ну, от ми взяли дум бюджетну модель. І вроді і оставили бюджетною моделлю. Але ж ми розуміємо, що ну, якщо я не помиляюсь, то система СМАшку там вони все ж таки робили крок в сторону того, щоб люди не хворіли, щоб профілактика йшла захворювання. Тут то ж саме. На самом деле тут в нас в Україні слово профілактика в медицині це якийсь архаїзм. Я щось не пам'ятаю, щоб когось там направляли якісь курорти, санаторії там, чи там воду пити там в Трускавець. Ну, подождите, на самом деле в британской системе профілактика теж йде во главу угла. Только реалізується немножко по-другому. Там и профилактика идет через семейного врача. Угу. Вот, собственно говоря, идеология семейного врача – это человек, который лечит. Это человек, который получает деньги. Вот если обычный врач получает деньги за болезнь, то семейный угу. врач получает деньги за здоровье пациента. Угу. И у них, кстати, парадигма работы должна быть другая. Понимаете? Просто там должны быть профилактические. Кроме этого, кроме работы врачу, которому платят за пациента, в британской модели есть очень много профилактических мероприятий, которые проводятся дополнительно. Но логика именно такая. Вот семейный врач, которого и вводили у нас, но это, опять же, это не Супрун вводила семейных врачей. Первый съезд семейных врачей на Украине произошел в 2000 году. Угу. Основная идея вообще появления семейного врача – это врач, который получает деньги за ваше здоровье. Угу. То есть приписанные пациенты, чем вы меньше болеете – то есть денег, он получает денег независимо от того, болели вы или не болели. Чем вы меньше болеете, у него количество денег не увеличивается, но и работа уменьшается. Поэтому mm-hmm. он должен вас профилактировать, раннее выявление. Чем раньше он выявил заболевание, тем быстрее он вылечил, тем меньше вы болеете, это его работа. А работа обычного врача
вас лечить. Понимаете? В этом-то и логика противостояния этих двух противоположностей, диалектика. Угу. Что семейный врач получает за здоровье, а специалист получает за болезнь. И угу. поэтому специалисту выгодно, чтобы вы болели. Ну, так оно и, к сожалению, да? А семейному врачу выгодно, чтобы вы выздоравливали. И вот одни вместе в системе должны ну, как-то сбалансировать. Только логика в том, что семейный врач должен получать меньше, чем специалист. А у нас семейный врач сейчас во время реформы будет получать 15 тысяч, 17 тысяч гривен. Угу. А специалист, который делает намного более сложную работу, будет получать 6 тысяч гривен, 5 тысяч гривен. И вот как они будут взаимодействовать, я не понимаю. Угу. Просто рекомендувати потрібно громадянам України, щоб вони просто не хворіли, тому що це буде дуже небезпечно. І з одного боку, і з боку лікування теж, я так розумію, дуже скоро. Ну, к сожалению, да. Мы должны, каждый должен понимать, наше государство отказывается от своих социальных обязательств. Это угу. правда. И теперь каждый сам за себя. Але ж ми розуміємо, що от в Ізраїлі, в Німеччині, в Британії, там, якщо добре фінансувати цей сектор, то туди люди ще і за кордону приїжджають для того, щоб там лікуватись. Тобто це ну, достатньо вигідний бізнес, що може бути і який буде заробляти ще для країни. А зачем далеко ходити? Давайте посмотрим на северного сусіда, северного совсем, Білорусі. Трансплантации, основные трансплантации за наши бюджетные деньги украинских пациентов, лечение за рубежом делаются в Беларуси. Ну, что это как? Ну вот пересадки почки. У нас нет практически трансплантации. А, в Украине совсем. Ну, практически ее. То есть мы говорим о том, что у нас в лучшем случае там 19, 20, 25 пересадок в год. Тысячи пересадок в Беларусь. Мы едем со своим бюджетным финансированием в Беларусь, развили систему зарабатывания денег. В Беларуси осуществляет пересадку для всех Тобто Украина с бюджету платит гроши до Беларуси для того, чтобы там робили пересадку. А вы говорите Израиль, Италия. Там. Вот, пожалуйста. Причем, смотрите, у нас на здравоохранение так элементарно лечение за рубежом. У нас же человек по Конституции, мы должны его обеспечить лечение. Если мы не обеспечиваем лечение технологиями, которые есть на территории Украины, государство должно обеспечить лечение человека в зарубежной клинике. У нас есть целая программа лечения за рубежом. Такие маловідомі факти всього цього процесу. А я так розумію, не тільки Білорусі лікуються за державний кошт, ще й в Італіях там і такі. Да, ну я просто хотел сказать Беларусь, потому что это бывшая республика Советского Союза, с худшими, чем у нас, стартовыми возможностями. Но там система здравоохранения на очень хорошем уровне. Но, правда, они тратят систему здравоохранения, если мы тратим меньше $100 на человека, бюджет, то они тратят под $400 на человека. Ну, и почему-то Беларусь, экономика которой послабее экономики Украины, можете это позволить. Ну, знаете, я бы сейчас вообще ничего не сравнивал по одной простой причине. Мы с этим курсом искусственным, я даже не могу сравнить две страны. Вы знаете, какой у нас естественный курс? Мы знаем только тот курс, который восстанавливает Нацбанк, да? А ВВП все-таки надо считать на реальный курс. Когда землю продадут, тогда будет какой-то реальный. Вот и все. То есть у нас есть соседи, пример соседей, которые имеют нормальное, эффективное здравоохранение, государственное здравоохранение в нормальных условиях и зарабатывают на этом очень хорошие деньги. А что-то все-таки от международных закупівель лік. Тобто, яка там ситуація, чому так такими дуже швидкими темпами Супрун просто рвалася, щоб саме ліки ми закуповували через якісь міжнародні компанії? Ну, давайте так, перше, Супрун чому там ні при чому. Чому там потому что закон 2015 года. Супрун появилась в Министерстве здравоохранения в августе 2016. Угу. Закон – это первые месяцы 2015 года про международные закупки. Поэтому ну вот, два года разумею, они как-то торговали без Супрун. Тоже да, конечно же, это еще продолжается, потому что на самом деле закон должен был быть временный. Идея была какая?
Поскольку у нас коррупция в системе здравоохранения и закупок препаратов, мы находим непогрешимые организации, определяем их список, даем им наши деньги, они что-то закупают, а пока они обеспечивают наших пациентов за наши деньги, мы создаем свою систему, уже не коррумпированную, эффективную систему медикаментозного обеспечения на Украине. И говорили 3 года, временный период, вот этот переходный. 15-й, 16-й, 17-й. И в 18-м все должно было быть уже нормально. По обычной системе. Почему? Потому что эти деньги просто вывели из украинской экономики. То есть деньги без тендеров, без там, системы прозора или тендерных закупок бюджетные. Отдавались просто международным организациям, которые осуществляли закупку по внутренним своим схемам. И не обязаны были, даже наоборот. Там было написано, что это коммерческая тайна, те цены, по которым они покупают для нас препараты. То есть эта информация представляла коммерческую тайну. И условия договора, я так разумею. Ну, знаете, для того, чтобы говорить о коррупции, надо показать, кто сколько и конкретно кому дал. Да? К сожалению, правоохранительные органы такой информации не имеют. Но я говорю, вот такая схема была. Потом эту схему, потом она так понравилась, что ее продлили на 18-й, 19-й. И в 2019 году ее продлили еще на 2020-2021 год. Правда, сейчас это уже не исключительное право, потому что уже существует государственная система в виде ДП медичной закупивли при МОЗе, которая будет уже с этого года осуществлять закупки уже на украинском рынке. Через систему Прозора, и там, по крайней мере, будет понятно. Как і на що тратяться деньги. Але буде все ж таки змога ще і через ці компанії проганяти. І міжнародний кошти. Будуть паралельно працювати ще 2 роки в місті з національною системою закупки. Головна проблема в міжнародних закупках була в тому, що перший срок закупки, середній срок від аванса, тобто Україна, государство України 100% авансировало, переводило свої бюджетні средства в долари і 100% в доларах авансировало закупку. Средний срок поставки препарата от проплаты аванса до поставки 20 месяцев. Ну, так получилось. Поэтому мы сейчас еще закупаются препараты частично за 17-й год. Ну, нам поставляют, и точнее. Жарт, и це на жарт. Не, вот так оно работает, да. Люди, если там помирают, то и грить за ними. Вторая история. Да, у нас 1,5 года вообще практически. Сейчас оно все более-менее наладилось. Почему? Потому что, как вы понимаете, остаток на остаток, он все время есть остатки препарата. Да? То есть нам позже поставили в прошлый раз, в этот раз нам позже поставляют, но поэтому у нас все сдвинулось. Но 1,5 года у нас вообще не было вакцин. То есть первой закупки, когда начали закупки, вот пока это все вот на остаток не пошел. Ты зарахував, сколько людей загинуло? Не, никто этого не считал. Просто не было медикаментов. Никто этого не считал. Главная проблема в другом. Как вы уважаете, почему? А зачем? Зачем? Это социальная небезопасная информация. Зачем такое публиковать? Главное же не в том. Главное, если вы даже посмотрите статистику, вы увидите, что у нас, как только начались международные закупки, появилось, с одной стороны, резко повысилась затраты населения на покупку препаратов за свои деньги. Ну, потому что, когда у вас нет онкологических препаратов, и вы его ждете, вы не ждете, правда же? Вы идете и тратите деньги для того, чтобы купить на рынке. А вторая очень нехорошая история. У нас резко развился серый рынок препаратов, в том числе онкологических. Потому что когда у нас вывели или вакцин, например, качественные вакцины, которые не закупаются по международным закупкам, вдруг оказались в сером рынке. Почему? Потому что эти деньги ушли с нашего рынка, и торги осуществляются где-то. Ну, например, вакцины торгуются в Копенгагене, в ЮНИСЕФ за наши бюджетные деньги, не на территории Украины. И поэтому, если они торгуются там, то дистрибьютор на территории Украины, производитель ничего не поставляет. Он все вопросы по госзакупкам решает в другой стране. Понимаете? И получается, у нас начали проваливаться препараты не только, которые должны поставлять международники, но и те, которые должны поставляться на частный рынок. Объем сократился. То есть раньше, например, какой-то онкологический препарат. Там 60% за счет средств МОЗа покупался, остальное покупалось или в аптеках люди покупали, или за счет местных бюджетов. Как только 60% уехало в другую страну торговаться, все остальное стало невыгодным.
И фирмы перестали сюда поставлять препарат, потому что для того, чтобы поставить препарат на рынок Украины, его надо специально заказать у производителя. Угу. Производитель должен его упаковать в украинскую упаковку специально для вас, снабдить украинской инструкцией. То есть это отдельная работа. Да? Если маленькая партия, производитель говорит, не хочу с вами связываться, идите. Где вы будете брать препарат? На соседних странах. Поэтому правильно, поэтому вы можете сейчас в интернет-торговле валом Словакия, Молдова, Польша, Россия. Ну, я смотрел онкологические препараты, видел в последнее время еще с какими-то арабскими буквами. Понимаете? Вот так оно сюда заходит. Это серый рынок. То есть мы еще убили качество препаратов тем фармы, тем, что начали формировать вот такой рынок. Так что... Дякую. На жаль, час нашої програми вичерпано. Це була програма «Без протоколу». З вами був її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні в гостях у нас був медичний експерт Дмитро Підтуркін. До зустрічі!